Здравствуйте и добро пожаловать в Шанхай. Сегодня в соперниках Салават Юлаев. Три поражения подряд у Куньлуня, три поражения подряд у Салавата Юлаева. Чья-то серия сегодня прервется. Линус Омарк, выход один на один, опасный момент, бросок и не забивает сейчас лидер Салавата. Отличная возможность была открыть счет. Как увидели его партнеры, расчертили эту передачу. Теперь атакует Салават Юлаев, 2 в 2. Хартиканин видит Умарка, скидывает ему шайбу. Обратная передача, бросок, Лазушин фиксирует шайбу. Хороший розыгрыш получился у Салавата Юлаева. Хартиканин наносил этот завершающий бросок. Добавляет ногами Солодухин. Атака 3 в 2 у Салавата Юлаева. Скидка, бросок. Лазушин отбивает шайбу. Максим Рыбин завершал комбинацию. Пас на синюю линию. Подставленная клюшка. И это гол. Салават Юлаев выходит вперед. Наброс от синей и рикошет. Очень сложно было Лазушину среагировать в этом эпизоде. Хорошая атака получилась у Салавата. Первой волной забить не вышло, хотя Рыбин очень опасно бросал. Куньлунь готовит наступление. Отрезают Бурдасова передачей. Сета в центр. Какая скорость. Бросок, Кореев выручает свою команду. Очень долгую атаку проводит Салават Юлаев. И тут ведь и смена прошла у уфимцев. Гореев, мощнейший бросок, Лазушин отбивает. И шайба попадает в заградительную сетку. Так серьезно настроен Лазушин. Локхард и Кадейкин. Теперь вот такое противостояние. Куньлунь шайбу выигрывает и доводит дело до броска. Добивание, гол! 1-1 становится счет. Грег Сквайрс все-таки добивается своего. У него был хороший момент во втором периоде. А теперь добивание с пятачка. И Кореев уже отыгран. Включает защитника, бросок, добивание, гол. 2-1 становится счет. Куньлунь реализует большинство и забивает Оли Палола. Финский нападающий, его 15-я шайба и 20-е очко в этом сезоне. Звучит сирена. Второй период у нас подошел к концу. Ни те, ни другие не забили. Сето в центр. Кореев вытаскивает шайбу после броска Сквайрза. Качок в зону закатывается. Кугрышев, бросок. Шайба уходит в угол. Бурдасов успевает борт перекрыть. И вот так забивает Салават Юлаев, все-таки реализуя свое большинство. 2-2 становится счет. Обменялись шайбами в большинстве команды сегодня. Все, звучит сирена. 2-2.
основного и дополнительного времени оказалось недостаточно в этой встрече. Дмитрий Кугрышев, как я вам и обещал, видим мы его в буллитной серии. И он забивает. Ну, как видим.